Ну вот, утро настало. Готовимся к дальнейшей работе. Сегодня планирую заниматься электрикой дальше по лодке. Пока такая вот, видите, погода хорошая стоит. Сегодня суббота, поэтому Марине тишина и спокойствие. Никого нет. Вот, кстати, лежит матрас, который мне нужно новый изготовить. Это я привез свой старый, чтобы можно было показать, какой он был. Я его вон пробовал уже распарывать, скрывать. Ничего там интересного. Плохое состояние. Как было 500. Вот, ребят, занимаюсь проводкой. Заодно смотрю прямой эфир Максима, Макс Тревор. Аудитория. Понимаете, поэтому получается, что из статистики... Ну, точнее, слушаю. Так, что я сейчас делаю, объясню. Я обжимаю провода для подключения двигателей к батареям. То есть, вот вы можете видеть, вот стартер уже подсоединенный. Вот видите. Вот здесь у меня стоят батареи. Вот они, мои батареи. Вот это Home Battery, две штуки. По 200 ампер часов каждая. Вот. Вот это две стартерных батареи. Соответственно, один двигатель и другой двигатель. Сейчас я их подключаю, чтобы полноценно все это можно было использовать, подать питание на моторы. Закрыл сегодня вот крышку на этом моторе окончательно уже. Там нужно было прокладку под воздухозаборник забрать, поставить еще. Вот у меня... В общем, сегодня решил заняться моторным отсеком, проводкой. Использую вот такие клещи для обжима. Вот они, гидравлические, 16-тонные. Вот максимальное давление 16 тонн. Вот примерно как выглядит обжатый кабель. Можете видеть, видите? Обжимаю вот такие вот, ставлю за концовки, видите? Marine Grade. Вот такое сегодня развлечение у меня. Вот у меня куча этих законцовок. Вот это под этот кабель, что я сейчас обжимаю, 1/0, 53 миллиметра в квадрате. Вот они, видите, идут по две штучки в пакете. У меня их тут довольно много, потому что мне много надо обжать. Это вот провода. Вот это 1/0. Вот, чтобы вы понимали толщину его. Видите, не тонкий такой провод. Это для стартера специально на оба мотора. Причем они у меня получаются очень короткими, что является огромным плюсом. То есть, например, вот эта масса для порт энджина. Проще говоря, для левого двигателя. Вот видите, всего лишь какая длина у него. Ну, плюсовой, конечно, подлинней, но тоже не намного. Что, ребят, вот прогресс идет. На данный момент уже на двигателя все подключено. То есть вот вы можете видеть, вот силовой приходит на стартер. Вот он пошел. Вот силовая масса. Они объединились и ушли в батарейный отсек. Также точно и с этой стороны. Вот они два вышли. Масса плюс. Но тут еще
уходит плюс на запитку стартера генератора от этого мотора. Он, видите, параллельно запитан. То есть вот там масса генератора. Сейчас попробую показать. Вот сюда, вот на эту массовую стойку приходит масса, и вот они вдвоем пошли на генератор. На данный момент заканчиваю, вот последний провод осталось поставить. Вот эта силовая обвязка моторов и генератора готова. После этого начну обвязываться по чарджинг системе. То есть мне надо, генераторы мной отключены от стартеров. Видите, вот здесь вот оранжевый провод. Вот он убран просто в сторону. Это раньше был провод от генератора. Сейчас его больше нет. То есть вот здесь он тоже пока просто висит. Сейчас я его подвяжу, когда провод буду прокладывать. И здесь вы тоже можете видеть, видите, вот он. Вот. Он отсоединен. И от генератора на данный момент... Сейчас я тут усядусь поудобнее. Вот он, батареизолятор, на который все должно сойтись. Вот этот провод идет сейчас от генератора вот этого двигателя правого. Это у нас провод с сечением шестерочка. Сейчас вот я его уложу, одну сторону закреплю. Вот он, вот вход под этот генератор. И проложу второй также генератор. Что мы тут имеем вообще? Давайте рассмотрим. Два входа. Вот один, вот второй. Это входа генераторов. У нас есть выход одной батареи двигателя, второй батареи двигателя. Третья, четвертая — это хаус баттери. У меня будет использовано только три. Четвертую я думаю не использовать. Хотя, кстати, есть вариант зацепить туда батарею тузика. Но тузик мне более интересно, чтобы заряжался, когда стоит лодка. Это я потом буду изобретать что-то еще с ней. До конца не решил, подумаю еще. Здесь мы подаем зажигание первый, второй двигатель. И масса сюда должна прийти. Это для регуляторов крутых, Advanced Regulation. У меня их нет, поэтому мне они не нужны. Ну, я их не буду использовать. Вот такая вот штука. Вот здесь вот вы можете наблюдать светодиоды. Они будут отображать информацию о том, что происходит. То есть идет зарядка. Вот видите тут. Также, что слишком высокое с генератора, слишком высокое на напряжение на батареях. Видите, слишком низкая батарея. Ой, напряжение. Ну, такой вот батареизолятор. И надо к нему еще подсоединить вот этот батарей-чарджер. Вот он 40-амперный, трехбаночный. Единственное, что вот предохранители эти, наверное, я отсюда перенесу, не очень они мне нравятся. Потому что сюда хорошо встает огнетушитель. Ну, посмотрим. Продолжаем трудиться. А там будет... Посмотрим, что будет получаться. Итак, провел инвентаризацию. Какие у меня есть законцовки для проводов. Вот это что в коробочке... Это все 1/0. Они больше мне не нужны, так как вот лежит последний кабель этого номинала, который должен был обжать. А это вообще катушка с проводом, который я увезу. Он, конечно, пойдет у меня на другой катер, и там эти терминалы пригодятся. Значит, что мы имеем? Вот эта стопка, это калибр двойка. Соответственно, мы имеем под 1/4 дырку. Это имеется в виду под болт. 5/16 и 3/8.
Также у нас есть вот эти две стопки, это под шестерку. У нас есть 3/8, примерно 4 коробки, значит 8 штук. И под 5/16, там одна, по-моему, начатая коробка. Да, значит, соответственно, 5 штук под 5/16. Под восьмерку кабель у нас есть под 3/8, 1/4, 1/2 и под десяточку, это 4,8 миллиметра, видите? Такие у меня пойдут подключения. Вот. Это у меня силовых проводов к щитку пойдет подключение. Сейчас буду распределять, каких, сколько и куда. Это все силовые. Есть, конечно, еще вот такие вот. Вот видите. Это под обычный обжим. Кстати, восьмерку я жму вот этими клещами. Я не жму гидравликой вот эту восьмерку. А вот шестерку и выше я уже жму гидравликой. Это у меня остались два провода четверки, уже обжатые с одной стороны. Но будем честными, у меня нет чем обжать их с другой стороны. Да и не нужны они мне, такие номиналы, наверное, нигде. Ну, сейчас буду считать, раскладывать по стопочкам и прикидывать, что куда пойдет. Так, попробуем в таком вот режиме еще снять. Вот это все сейчас мне надо будет убрать. Это мои коробочки с шурупами. Вот их можно не убирать. Нержавейка не ржавеет. Это вот фонари для моторного отсека. Вот один тут открытый лежит. Вот этот. Так, ну, давайте моторный глянем. Вот они. Провода, которые я сегодня прокладывал. Все, вот эта сторона уже вся увязана, уложена. Это вот батарея, изолятор. Частично он уже подключен к чарджеру. Вот такой вот чарджер у меня. Еще много, конечно, надо здесь уложить, увязать. Также вот здесь провода уже уложены. Ну, то есть день прошел, вроде как, знаете, весь день работал, но при этом это вот такая работа, которую толком не видно. То есть кажется, что и ничего и не сделал. Вот сейчас вот это мой автоматический огнетушитель, который сработает в случае, не дай бог, возгорания внутри. Сейчас буду прибираться, убираться, чтобы можно было отдыхать идти. Вот так вот у нас в Марине бывает. Вот тут сейчас большая группа еще убежала направо. Да, это, конечно, ночное видение прикольно, но слабовато, нужно внешний свет.